Все представили? Да. Отлично. А в момент, когда такое происходит, как работает? Вот на вас человек кричит. Она ударяет об вашу защиту, она очень плотная. Вибрационный ваш сигнал, вот этот вот, он не пробивает ее. Таким образом вы под защитой. Когда вы поучаствовали, вам не надо дополнительная эта защита, вы можете представить, как будто она рассеялась. Все. Вот защиты мы ставим утром и вечером. Почему утром и вечером? Утром вы идете, вы же понимаете, что вы там среди взаимодействовали, кто-то вас чуть-чуть пробил, где-то там, ну где-то какие-то, может, дырки, может, вы еще не научились полностью их удерживать эти защиты. Ложитесь спать, вы же во сне там будете летать, у вас там в мирах. У вас же бывает такое, что вы утром просыпаетесь, и вы еще больше хотите спать. Бывает, да, что у вас там как будто вас, я не знаю, 3 тонны кирпича разрядили. Ну вот это потому, что либо с вами там занимались чем-то непонятным во сне, либо у вас реально там воевали вот где-то во сне. И поэтому вас пробили. Поэтому вы утром проснулись, обновили заново защиты и побежали на работу. То есть перед сном и утром. Понятно? Домашнее задание ясно. Хорошо, отлично. Следующая вещь для того, чтобы нужно понять. В нашем обществе, в нашем пространстве сейчас есть такая штука. А что это за штука? Как я уже сказал, сейчас климатические процессы будут ускоряться, и будут очень-очень сильно. Ну, кто видел там проблемы с Фукусимой, проблемы там еще, ну, у людей подчастую там просто домиков нету и все остальное. Гавайи сейчас полностью. Ну, куча всего там вулканы. Ну, вы скажете, слава богу, в Украине вулканов нет. Ну, да. С такой точки зрения, в принципе, да, это хорошо. Наводнение за. Но тем не менее, слава богу, за определенные ситуации я пока не буду вас стращать, чтобы вы не себе не визуализировали и не произошло это. Мы будем все-таки думать о позитивном, но моя задача вас научить этому. Итак, первая вещь, которую вы должны понять. Четвертый тип людей, который вы должны научиться, и это следующее домашнее задание, которое, оно будет на протяжении всего-всего-всего нашего обучения. Это будет пассивное домашнее задание. И в конце нашего года, кто захочет, у нас будет даже экзамен. Вот. Да. Ну, так, что у вас мотивация была. Экзамен будет заключаться, я сразу предупрежу, что вы готовились. Говорится, будет экзамен, мы здесь соберемся все в хорошем...